За каждый героический поступок нас награждали. За каждую взятую высоту, за каждый уничтоженный танк противника. Это символы памяти. Это случилось на высоте Шишкая в Физулинском районе. Там было сыро из-за постоянных дождей. И пока танки поднимались на позицию, один из них увяз в грязи. Армянские вооруженные формирования атаковали позицию, чтобы захватить нашу технику. Пока мы вытаскивали застрявший танк, они обстреливали нас со всех сторон. Но мы все равно смогли выбраться из-под огня и вытащить технику. Рядом с нами взрывались снаряды, мины. Но всех сохранил Бог. Я хотел бы принять участие в нынешних боях по освобождению оккупированных территорий, чтобы участвовать в возвращении наших земель. Весь наш народ готов воевать за Родину. Все жители Азербайджана, как один, будь то в столице, крупных городах или селах, независимо от места проживания, готовы идти в бой. И мы, ветераны, все, вне зависимости от возраста, готовы сражаться бок о бок с нашими молодыми бойцами. Такого высокого боевого духа, как у нашей армии, нет нигде. Весь народ живет в едином порыве. Главное – освободить все пока еще оккупированные азербайджанские территории. Пусть Бог хранит наших бойцов. Светлая память всем погибшим. Скорейшего выздоровления раненым. Я уверен, что мы в самое ближайшее время одержим победу. Благодаря современной технике, возможные потери нашей армии снизились на 70%. Боевые действия проходят в тяжелых природных условиях. Там непроходимые леса, горная местность. Слава Богу, потерь у нас немного, у противника гораздо больше. И дай Бог, в самое ближайшее время мы отметим победу.